За третью неделю 2017 года в Курганской области зарегистрировано 8373 случая ОРВИ. Заболеваемость превысила пороговый уровень на 19,8%. На долю школьников среди заболевших приходится 33%. Интенсивные темпы прироста отмечаются, сообщает Роспотребнадзор области, во всех возрастных группах. Всего на территории области в эпидсезон 2016-17 годов зарегистрировано 43 случая гриппа, 28 случаев лабораторно подтверждены. В связи с этим усилен контроль за соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживанием воздушной среды, ношением масок, а также прекращение допуска посетителей к больным в стационары, учреждения с круглосуточным пребыванием детей. Введено поэтапное перепрофилирование соматических стационаров для госпитализации больных гриппом.